Всем привет! Меня зовут Николай Ляскин, и сегодня я приехал отмечаться в свой районный ФСИН, как я это делаю, 3 раза в месяц. Но в России есть люди, которым гораздо хуже, чем мне. Я-то должен просто 3 раза в месяц приходить сюда отмечаться, а сейчас с ним. А люди натурально сидят в тюрьме. И им можно помочь. В первую очередь, конечно же, это письма политзаключенным. А во вторую очередь, это тоже немаловажно, распространение информации о них. Вот газета про политзаключенных, которую вы можете взять в точках Москвы. Если вы из региона, то напишите тоже мне или людям, которые выпустили эту газету. Это очень важно. Важно говорить о политзаключенных, важно писать им письма, важно не замазывать эту тему. Потому что иначе такие решетки, которые здесь на ФСИНе, будут у каждого в доме. Мы будем все жить за этими решетками. Свободные люди в свободной стране. Надо говорить, напоминать и помогать друг другу.